А монтировочку не подскажете, где мне взять? Твою мать! Вообще охренеть! Вот это он меня напугал. Слушай, на тебе шокера за этого, прям в жопень. И голову руби, голову, оп! Где еще один? Вон там бежит, давай, у меня как раз шокер восстановился, почти восстановился. Не, секундочку. Ну, понимать должен. Бэмс. Думаешь, стекло повылетало. Вот так вот. Аве, вы смотрите Perpetuous Play, меня зовут Саша, а это Condemned. Напомню, что прошлая серия для нашего агента ФБР Итана закончилась не очень хорошо. Он научился летать. Летать с третьего или четвертого этажа до крыши машины. Дальше не улетел. Сейчас посмотрим, чем-то все закончилось для него. Че, вроде как неплохо закончилось. Прилетел на диван. Прям во всем обмундировании. Ну, это нормально для агента ФБР, да? Итан, ну ты и шкаф. Надо почаще тебе стеклышко протирать. Да ладно. Ну, это было не страшно, на самом деле. Мерзко просто. Слегка. Ох, Итан. Откуда ж такие сны? Привет, Итан. Кто ты? Что происходит? Успокойся. Меня зовут Малькольм Ван Хорн. Я был другом твоего отца. Малькольм Единорог, значит. Да, окей. Я помню тебя. Много времени прошло, но почему ты здесь? Прошлой ночью. Ну, я был рядом. Неудачная сцена. Ты сделал все, что мог, но это не помогло. Детективы. Они мертвы. Застрелены из твоего пистолета. И тебя обвинят в их смерти. Он был рядом, но не помог. Отлично. Молодец. Браво. Это смешно. Я просто расскажу им... Что? Расскажешь им правду? Они уже определили для себя правду. Это безумие. Я не могу просто так бросить бюро. Его уже у тебя забрали. Присоединяйся ко мне и помоги себе. А ты кто? Значит, присоединяйся. Открывайте, это полиция. Пиццу принесли? Черт. Бери свою сумку и отправляйся на станцию метро. Да все, она приросла ко мне. Агент Томас, мы знаем, что вы здесь. Открывайте сейчас же. О! А этот сволочь следит постоянно. Итан, ты должен верить мне. Я здесь, чтобы помочь. Теперь да. Иди. Теперь иду, все. Сумка говорит, главное свою не забудь. Да тут все у нас. И наушники, и сумка, все прям приросло. О, простите, офицер. Вы меня разбудили. Бегите в станцию метро. Где мистер Томас? Что действительно. Вы сделаете? Меня зовут Малькольм Ван Хорн. Ну, допустим, ФБРовцы открывают он так. Он пригласил меня, но должно быть забыл, что я приезжаю. О, а вот и она. Оставайтесь на месте. Нам нужно об экран. Об экран закрывает вообще. Сейчас откроем. Давай. Ну, в принципе, перебил проводки, нормально. Че, оно открылось? Чисто теоретически могло быть так, что... Не хочу менять пока что лопату на трубу. Могло быть так, что двери блочились бы автоматом, когда перебивают провода. Ну, ладно, допустим. Как-то что-то удары у этой лопаты. И да, вы попросили меня блокировать побольше. Но такое дело, понимаете, агенты ФБР обычно блокируют собственным лицом все удары. Так что ничего обещать не могу. А вот шокером по-любому, да, шокером надо попользоваться. Хотя бы даже посмотреть, как корчатся эти ублюдки. Блин, это трубы, все трубы. Вы не видите, потому что я закрыл своим лицом вот это вот все дело. Параметры труб. Параметры любого оружия. Ну там ничего такого важного, так что забейте. Хватит уже фоткать, блин.
Давай лучше отбеливателя нахлестнем. Не? О-о-о. Прибор достаю. Окей. Текс. А ну-ка. А на какую кнопку его там? Блин, нет, подожди. Прибор. Ну, допустим. Белые стрелки помогают нам обнаружить. Используйте... Чё? Используйте... Зумирование. А, хорошо. Так а в смысле? Это всё есть, улика. Чё, нет, что ли? А. Ясно. Я думал, нужно было поближе. Ты везунчик, Томас. Я все еще здесь. Кто ты? Почему ты мне помогаешь? Потому что они закрыли мой доступ к лаборатории. Они все еще могут. Они не знают ничего. Я не убивал тех парней. Я знаю, Томас. Ну, я не уверена, что знаю или не знаю, но я уверена, что все еще тебе доверяю. И так будет дальше. Понял. Так что... Нам сюда? Не будем церемониться, да? Это изображение тебя, Томас, в твоей квартире. Я запомнила это ужасное... Да это было видно! Прямо со станции метро? Похоже, что да. Я также вижу Кляксы на фотографиях. Найди хороший образец и перешли его мне. Хороший образец жидкости? Давай найдем. Во. Давай-ка. Чё там? Подготовить прибор. Капец, он с пылесосом ходит. Ну ладно. Все, собрал, нормально. Определяю химический состав. Вообще. Жидкость – это C41 цветной проявитель для фотографии. Используется фотографами-энтузиастами для проявления цветных снимков. Ты лучше скажи, пить можно или нет? Таких данных не остается в автоматах. Безопасно. Подожди, эти снимки были проявлены здесь, где-то на станции? Я думаю, что да. Найти комнату, где проявлены были снимки, да? Я думал, сюда полезем, но нет. Воу! А как ты насчет шокера, а? А теперь... Бемс! А теперь ломай ему голову. Вот. Пошел нахуй! Ну ты понимаешь, ты меня оскорбил. О, скорость улома выше... Тут он называется монтировкой. Скорость у него выше, атака такая же и блок такой же. Радиус чуть меньше. Мы возьмем, конечно же. Эй. Оу. Вообще выглядит как страшное оружие. Хыч. Так, а сможем мы отковырять эти двери, нет? Ладно. Побежали. Кстати, я тут могу сохраняться, походу. А в прошлый раз я как бы даже об этом и не знал. Я думал, контрольные точки. Настолько уже привык, да, вот к этому вот разврату с контрольными точками в играх. Туда уже и не обращал внимания. Так, мне надо как-то туда попасть. Или как? Или что? Или где? Нет, не вздумай. У нас лучше. Повернуться, что ли? Нет, не вернусь. Но он же откуда-то оттуда фоткал. Вон там даже окно. Свет в окне. Ладно, я что-то еще не понял, куда здесь ломиться. Дверь открыть я не могу. Сделать нифига не могу. О, а если выбить? Не надо. О! Пользуем монтировку. Ё-моё, ну ты, блин, зверь. Эй, открыть ворота. А, ну да. Это я не жму кнопку, хорошо. Сохранение. Мне? А как насчет тебе? Опа! Выключили свет и давай его орудовать! Эй! Давай-ка тебе...
Шею свернем, я говорю. Пошел нахуй. Да ты задолбал, блин. Придумай что-нибудь новенькое. Гадские уроды. Дайте мне аптечку, что ли, а то что-то я это... Получил по хлебальнику. Ну или блокировал удар. Другими словами. А что-то я мог взять? Трубы. Все это трубы, трубы, трубы. Дверь закрылась? Ну ладно. Трубы с парохода модные в любое время года. Да, блин. Чипари. Хорошо, давай заценим, что здесь такое. О, здесь что-то должно быть. О-о-о! Это значительно лучше, чем лом. Я бы его не выкидывал, ну ладно. Так, а сколько у нас пулек здесь? 3! Ну, что такое? Не, ну ладно, хотя бы сколько-то положили, но это же на 1,5 ублюдка буквально пуль. Надо опробовать стрелять в головы. Да-да-да-да-да. Так, ну давайте мне еще пулик. И аптечку. Пулик и аптечка. О, аптечка есть. Отлично, теперь пульки. Одно из двух тоже, конечно, хорошо, но... О! Открывай, открывай, Итан. Не хочешь? А вдруг будет еще пулечки? Так, ясно. И тут куча ходов. О, берем. Птички. Ясненько. Я вообще не знаю смысл искать этих птичек и эти металлические хреновины, если... Так, для статистики. Я не особо любитель играть для статистики. Чтобы потом прочесть, что у нас там все хорошо по статистике было. Угу. Заперто. Знаете, игрушка практически одногодка с Зовом Ктулху, но она реально качественнее по геймплею проработана. Вот. И это я сейчас говорю как человек, которому реально Зов Ктулху понравился. Поэтому... Ничего не подумайте. Но эта игрушка покачественнее будет. В этом плане. Так, что за журнальчик? Новости какие-то. Нету нигде ничего. Ничего нигде нету, блин. В жопу дохлых птиц. Дайте пулик мне, а? Это Томас. Это Ван Хорн. Молчи. Лунная походка. Похоже, они не верят в твою невиновность. Но да? Невиновен. Зря. Я знаю это. Ты должен это доказать. И еще кое-что. Как что? Мамой клянусь. Дар, который имеют немногие из нас. У меня нет времени это обсуждать, но доверяй своим инстинктам. Положись на них. Я должен... Хорошо. Будь на чеку. Угу. Буду на чеку и на связи. Сейчас почекаю здесь все и буду на чеку. Ясненько, ясненько, ясненько. Ё-моё, как он меня напугал вообще, а? Уродец, ты что, поцеловал стекло, да? А давай-ка пульку поймаешь. Хочешь? О! Да ты гад! Да ты просто... А я вообще-то первый раз ему прям в башку попал, если честно. Ну ты что дальше с пистолета с этого? Смысл нам его держать? Кстати, а как мне разбить, если... О, нога. В таких ситуациях выручает всегда нога. Я думал, он локоточком разобьет, но нет. О, да, мы берем монтировку, потому что пулик у нас осталось всего ничего. Ну, может быть, мы сюда вернемся, но я сомневаюсь. Если мы найдем оружие, то мы, наверное, найдем его в форме пистолета, а не в форме пулик. Выразился, конечно, так себе, да? Бывает, бывает.
Зачем мне сохраняться, если здесь мне сохраняет каждые 5 секунд, блин? Смысл просто. Чё ты? У меня же монтировка. Я же могу замонтировать и размонтировать... Блин, да ты что, серьезно? Мне таскать с собой весь набор инструментов, блин? Кувалду, топор, молоток, блин, лопату и все остальное? Не, ну я так понимаю, что пока мы не найдем эту долбанную кувалду, мы дальше не продвинемся. Да? 100%. Тихо, тихо, тихо. Хач! Вот так вот надо открывать. Микроволновочки. Иди нахуй! Итан, ты что, это ты что ли? Ты даешь вообще. Ужас какой, а? О! Антивандальный что ли? А ну-ка... Не, подожди. Зараза, антивандальный телек. Это предусмотрительно весьма, кстати. А... Все прям идеальное. Да-да-да-да-да. Все закрыто, что ли? Хорошо. А, это мы прошли туда, где нужна была кувалда, или нет? Или в другую дверь? Подозрительно мало здесь уродов этих. Прям вот очень подозрительно. Один единственный ящик, и тот пустой. Они нагнета... Берем, конечно. Бери! Итан, ты что, издеваешься надо мной? О! Боньк! Вот это я понимаю. Лучше любой кувалды. А сколько пулек-то вообще? 2, как ты увидел? Ну, не знаю, как он видит. Я как бы не профи, но... По-моему, так просто не увидишь, сколько здесь пуль заряжено. Ну ладно. Все у них по 3 пульки. Ну иди сюда. Иди. Да ты с пистолетом? Ну ты мазло еще больше, чем я, конечно. Но живучая. Живучая, это факт. А сколько у тебя тут пулек? О, ну да, Итан, конечно. Все. Берем обратно. А против лома нет приема. Ну как он промазал 3 раза, я не знаю. Даже я так не мажу. Даже монтировкой я так не мажу. Тупик, мудила. Ну запер ты меня, и что дальше? Я что, назад собирался возвращаться, по-твоему? Идиоты! Слушай, а что будет? А если сравнить? Скорость ниже, блок ниже. Атака выше, чем у монтировки. Радиус такой же. А давайте вот, короче, этим самым. Обрезиком нашим. Пускай будет. А вдруг все-таки найдем пульки? Вряд ли, конечно. Так, и что это было? Итан, ты в сказку попал, что ли? О, кувалды! Погоди, я не буду так торопиться. Это же может быть и подставой? Навряд ли. О, тут 2 кувалды. То есть зато мне не обязательно идти, да? Но я пойду, потому что мне интересно. На самом деле сохранимся и пойдем. Где там? Центральная станция, давай. Мне интересно, будет здесь засада или нет? А можно убрать, отодвинуть, нет? О, это можно. Оу. Берем. Кстати, птичек я что-то мало нахожу. Ну да и хрен бы с ними, потому что... Игра не в том, чтобы находить птички. Трупики. Игра в том, чтобы проламывать черепа ублюдкам всяким. Но я так это вижу.
Ладно, давайте меня встречайте уже. Вы мне тупик обещали. О, давай. Ну что, идешь? Он меня сейчас здесь встречать будет, да? Нет. Ну надо же. Ага, конечно, обязательно. Я же могу тоже убежать. О, прям в рыло. Пинц. Че так размахнулся хорошо. Давай второго. У меня шокер зарядился. Слышь ты. Ты думал, спрятался, что ли, я не понимаю. Слышишь? Вот так вот. Бэмс. Слушайте, а этот вообще страшный какой-то. Ладно. Так. О, Итан, мы с тобой ломали этот телек. А эти полудурки его сразу снесли. Надо же. Так, куда мне? Где там была эта дверь? О, вон там вот. Я не доверяю этим ублюдкам, они где-то могут быть поблизости. Давай, ломай. Один удар, блин. Почему нельзя было это сделать монтировкой? Я просто не понимаю. Закрой дверь. Кто-то культяпку потерял. Рука манекена. Скорость выше, блок выше, чем у этого самого, да? Ну ладно, хорошо. О, так она с болтом. С болтом это другое дело. За звуки. Как будто у кого-то с желудком что-то не в порядке. Не, ну нафиг, надо валить отсюда. Здесь как-то стрёмно. Так, Итан. Бутылочка сама собой не катилась бы. Кто-то там прошел, да? Сейчас я электричество вырублю вам, и будет... Будет вам страшно. Так, что это было? А, хорошо. Заперт, зараза. Ладно. Пошли вниз, хорошо. Окей. О, смертельное оружие, степлер. Да ты... Я должен найти сейчас монтировку эту. Говорит Томас. Итан, это Ван Хорн. Как ты вообще узнал этот номер? Я знаю многое о тебе, Итан. С тех пор, как твой отец умер, я наблюдал за тобой. И что? Надеялся, что ты раскроешь свой потенциал. Мой потенциал? Да, ты стал потрясающим следователем. Не только благодаря тренировке и удаче, но и инстинктам. Ты скоро поймешь, что можешь видеть намного больше, чем думаешь. С помощью инстинктов. Это дар. Ну, возможно, не от Бога. Помни, они могут помочь тебе и другим. Угу. Снова мне нужно идти. Будь осторожен. Хорошо. Зараза. Ладно, мы сейчас найдем монтировку. Я надеюсь на это, потому что я очень хочу посмотреть, что же в сейфе. О, отлично. Рука, не шали. Давайте мне что-нибудь. Пулемет. Ну? Нет. Это у нас все тот же старый добрый. Дробовичок с тремя пульками. Ладно, окей. Сейчас за нами закроется здесь, да? Ну хорошо. Ваш газовый обнаружил разлагающую тушу птицы? Ну, давай, хорошо. Вон там нас уже ждут. Я сейчас со своим газовым, блин, детектором. Ладно, давайте сначала убьем его, а потом уже будем искать туши птиц. Хулиганье, блин. Так, ладно. Он решил на нас не нападать. Но это не та ситуация, когда говно не трогай, вонять не будет. Да ведь? Мы его должны убить. Запинать, например. Оп. Опа. Ты что творишь, а?
Че он в нас кинул? Доской кинул? Больной, что ли? На. Чтобы пулечки не тратить, да? О. С помощью этого дерьма найдем? Или это не обязательно как бы? Ладно, давай берем. Нахрена мы этих птиц собираем? Хоть бы сверхъестественные способности от этого развились как-то. Или от этих железок. О, он уже пропал. Ну, здорово. Запинаем. Запинаем, запинаем. Я тебе говорю, запинаем эти... Ты Че он такой мощный, а? И еще не сдох? Ну на. Пошел нахуй. Да сколько можно? Или это Итан говорит вообще? Серьезно, Итан. Будь как-то попроще, а вдруг дети смотрят. Ай-ч. Ладно. Они какие-то слабенькие, но у него доска была с гвоздями, поэтому... От него многого ожидать не стоило. Так, подождите, а я... Блин. Я вот сюда хотел зайти, попробовать. Не? Мы почти увидели, что там внутри, но нет. А ну. Ну, давай. Не. Не видно. Это с той стороны полупрозрачная дверь, а с этой нет. Ладно, хорошо. Блин, да что ж ты будешь с этим почтовым ящиком делать? Или что, это мусорка? Заперто. Здесь тоже? Да. Двери закрываются? Сохранение сохраняется, двери закрываются, да? Давайте мне парочку хотя бы уродцев, чтобы они меня хоть попытались убить, а? Пинг. Закинулись чем-нибудь по забористей и пошли дальше. То есть ему главное боль притушить, приглушить. О! О, молодец вообще. Давай, иди сюда. Куда пошел? Что думал, я тебя не достану, что ли? Дурачок, на тебе. Да я ему прям... Да я ему прям в висок выстрелил, алло. Ну нифига себе, ребят, ну как это, а? И типа следует C4? В смысле, ты его убил? А кто тебя убил? Не, не будем брать трубы. Не, не нравится, труба совершенно. О-о-о. А ну-ка, 6 пулек. 5. Почти угадал. Отлично. Великолепно. Последствия чего-то мне надо было идти? А? Жду данных. Да ты жди сколько хочешь. Тут придурок один ходит. Мне надо его как бы сначала торкнуть. Потом подбежать так вот в хлебло ему. Давай еще разок. Еще разок в хлебло. И еще раз. Ну куда? Стой. Запинаю тебя. Вот так. И сверни им шею. Не-не-не-не-не-не-не. Это не то. Во. Пошел нахуй. Вот так вот. И все. Так, что ты там ждешь данных? Сейчас найду. Сейчас все найду. Ну где? Ну? О, во. Давай. Ну да или нет? Ты там дальше, что ли? Да нет, вот же. Почему ты не хочешь? Итан, что такое? Ну серьезно. Ну иди сюда уже. Куда ты пополз, блин? Серьезно, в вытяжку. Вот гад, форточник. Так, секундочку. Блин, без кувалды тут не разобраться. Закрыл за мной дверь. Вот же собака. Ну ладно. Вот это ты хотел? Или мы еще не дошли? Нет, мы еще не дошли. Тихо. Спокойно, мужичок. А я помню, он крепкий, да? Захотел меня убить. Мне показалось, что бежит кто-то сзади. Но оказалось спереди. Мужики, это как-то не очень. Хотя второй ловил пулю ртом.
И, судя по всему, этот фокус ему не удался, да? Не умеешь, не берись, называется. Так, там нужна была кувалда, но нам, наверное, незачем. А может, и есть зачем. Ладно, давай попробуем. Да взять кувалду, блин. Возьми кувалду. Мы будем знать, что здесь пистолет еще есть пульками. Идем, откроем. Может, там что-то дельное? Где там было-то? Блин. Во. Давай. А ну-ка. И что тут у нас такое? Лечилка и все? Серьезно? О! А ну-ка, сколько пулек? Три. Всегда три пульки. Подожди подготавливать прибор. Знаете, мне, если честно, даже пистолет больше нравится. Не знаю почему. Но им вроде как можно прицелиться точнее. А те здесь две пульки. Всего две пульки, ладно. Это хоть на полтора. А если очень повезет, то может даже на двоих. Так, давай, что там, где там? Сюда, да? Но с ним опасно ходить. Будем ходить с дробовичком лучше. Да я понял, тут некуда свернуть, расслабься. Мы все найдем. Ага. Помини. Блин! Ох, мне бы мультитул какой-то, а? Серьезно. Вот был бы не лишним. Темно становится, нифига не видно. Никого? Нету. Эй, ты чё? Он где попал, их не достает, да? Приборы. О, вот оно, да? Давай. Я не могу въехать. Ну. Во. Давай-ка зумируем. О. Технарь! Дай мне секунду. Да. Частичный отпечаток. Ни с чем не совпадает, фактически ни с чем работать. Продолжай искать. Ой, блин, умеешь ты обломать. Мы должны восстановить питание лифта. Хорошо. Должны, значит, восстановим. Мужики, выходите, есть тут кто? Требуется топор. Блин, топор требуется. Вакансия. Есть свободные топоры, а? Есть только трубы. Там аптечка, вроде козлов нет никаких. Они обычно появляются здесь, не пойми по какому принципу, где угодно могут появиться. Ладно. Ищем топор. Ой, мне это не нравится. Ой, не нравится. Это все топор. По-моему, одна из этих дверей уже как бы... Я ее обошел с другой стороны. Так, сохранение, да? Ну что? Мужики пойдут, да? А, так это мы сюда приперлись? Или нет? Наверное, на другую станцию. Вон топор. Ну ладно, раз мы топор будем брать, то... Нечего замахиваться. Итак, это у нас рулетка. Это все хорошо. Ладно, давай попробуем. Спустимся вниз. Как-то ты бодренько спустился. Я аж испугался, что ты себе ноги переломаешь. Слышите? Ну, давай. Бэмц! На подлете. Давай второй. Ну, пожалуйста, ну где ты там? Ну, на вас два раза. У меня осталась одна пуля, да? Надо об этом не забывать. Ага. Так, здесь, может быть, что-то будет, да? Ага, вот она. Да бери ее уже.
Две нашел, хорошо. С птичками хуже, с этими лучше. А... Твою мать, какого хера ты меня напугал, просто жесть. Че, вы там между собойчик устроили? А можно я внедрюсь? Кто победил? Тихо! Че творится, а? Че творится? И тут я пожалел, что не взял топор, да? Не, ну я сейчас вернусь как бы за ним. Мы обошли там просто, чтобы взять железку эту. Так, что, надо, не надо? Ага, как вырвал-то мощно. Я боюсь, что если мы далеко слишком зайдем туда, за двери, то все за нами закроется, я ничего не могу сделать. А может быть, наоборот. Поэтому сохранимся и все-таки зайдем. Посмотрим, что здесь такое у нас. Может, птичка дохлая? Или еще чего? Нет? Нет. Ну ладно. Какими надо быть зверями, чтобы отогнуть ту сетку? Она вообще ядреная. Явно не голыми руками это сделали, но ладно. Подожди, а у него было... А, это моя. Это мое. Ладно, давай обратно. Обратно. А тут в этом ящике ничего нету? Нету. Игрушка козырная, конечно, но вот это вот мультитульчика не хватает. Нужно, чтобы был топор, а с другой стороны у него был лом, а еще как-то этот топор должен специально заточен быть, чтобы еще и под лопату закосить как-то. Ну, в общем... И желательно, чтобы обух был тупой, чтобы как кувалда был. Это было бы вообще четенько. Так, значит, это мы открыли. Лифт, я так понимаю, пошел, да? Без огнестрелочки чувствуешь себя немножко, конечно, не таким уверенным. Но топор он как бы тоже может вставить. А помните, там еще одна вроде дверь была или нет? Или мне показалось? О, да, вот это. А ну-ка. И тут птичка будет. Сейчас вылетает птичка. Скажите, сыр, блин. Что-что-что? Вы нашли телевизионные помехи. Какая удача. Не может быть. Это просто, это невероятно. Вы не поверите, но мы телевизионные помехи нашли. Масаки. На тебе за это. На! Ладно. Хватит психовать. Да незачем идти. Пошли на лифт. Если я здесь пропустил птичку, то и хрен с ней. Дальше. Поехали. На третий? Откуда ты знаешь, что на третий? Я хотел на второй. Методично же надо изучать. О, а лифт быстрый, я смотрю, да. Не, ну может он, конечно, и грузовой. Но дверька как не особо для грузового подходит. Поехали, да? Ну давай. Спокойно, спокойно. Все хорошо. Пока что. О! Это типа птичка будет, да? Она еще жила. Она еще была живая. Была, жила. Птичка, мы ее убили. Так. Ну хорошо. А может я здесь где-нибудь огнестрелочку найду, нет? Аптечечка, это, конечно, здорово. Но можно мне дробовичок в студию? Зверь, а? Хорошо, что я туда не пошел. Кто здесь ходит, блин, а? Сволочи. Фонарь качество, да? Нет, самое. Блин. Не гаснет ни хрена. А, ну извините, эту дверь можно было просто так открыть. Так, это мы обошли. Это все хорошо. А монтировочку не подскажете, где мне взять? Твою мать!
Вообще охренеть, вот это он меня напугал. Слушай, на тебе шокера за этого, прям в жопень. И голову руби, голову, голову, оп. Где еще один, где еще один? Вон там бежит, давай. Давай, у меня как раз шокер восстановился. Почти восстановился. Не-не-не-не-не, секундочку. Ну, понимать должен. Бенц. Бэмс. Ё-моё, стекло повылетало. Капец, как он меня напугал. Я просто там вообще обделался полностью. Давай, закидывайся, Итан. Ну, сложности не хватает. Труба. Сложности не хватает катастрофически. Как же так? Меня должны здесь просто убивать наказы. О! Да блин, уйди нафиг! Гадская коробка. Нет, Итан, два раза закидываться нельзя. Это плохо для здоровья. Открывай, давай. Тарелечек? Только полностью заряженный, да? Блин, ну как... Ну, что за люди? Хоть бы пулик наложили. Ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Ничего здесь больше нету? Нету. Ах ты, сволочь, я тебя видел, я тебя видел. А ты с дробовиком? Нифига себе! Итан, закидывайся тогда, нормально закидываться можно. Нифига себе. А если я в тебя шмальну? Попал. А еще... Да ты... Ирод, блин. Ты посмотри на него. Итан, нам надо закинуться еще. Я все понимаю. Но нечем, да? И одна пуля. Ладно, берем лом. Берем лом. А может быть, я вот накаркал, да? С уровнем сложности. Но нет, вряд ли. Вон там еще одна аптечка есть. А здесь можно включить прибор? Нет, это просто свет так падает. Закрыто. Отлично. На! А я думал, здесь не везде есть стекло. Ну ладно. Там вроде выбито было. А он тебя пустой же, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не, он не пустой, нормально. Ты как просто? Ну вот просто как это? Итан, ну это же, ну просто. Ладно. Еще одна пуля есть все-таки. Нормально. Живем. О, кувалда. Кувалдочка. А ты... Ты присаживаешься вообще, Итан? Я, если честно, по-моему, мы не можем присесть. Да, он может только пробраться. Но я для верности хочу посмотреть. Атака, блок действия, фонарик, приклад, пнуть, лоб. Это просто странно. Странно. Я впервые вижу экшен, в котором нельзя присесть. Ладно. Я понял. Но мне не особо нужны медикаменты. За звуки. Я нифига не слышу. Такое ощущение, что кто-то подкрадывается со спины. Мне не особо нужны медикаменты, но, если честно, дробовик с одним зарядом, это как бы тоже не гуд. Давайте снесем там. На всякий случай, если нам понадобится, где он там был, во. Ага, две тут даже. Если нам вдруг понадобится, мы будем знать, где его взять. Так, это мы в женском побывали, давай в мужской зайдем теперь. О! Ну надо же! Четыре птички собрано. А быть может, я и... Не так плохо их собираю, как мне казалось изначально. О. Ладно. Я, кстати, с фонарем постоянно хожу, потому что здесь достаточно темно. Ух ты. Ладно, Итан, пошли дальше. Здесь опять какая-то хрень. Здесь ничего. Так, я сейчас боюсь, что я пока буду на стенке... Да на пол смотреть.
Меня убьют. Так, где ты кашляешь? Он где-то рядом. О! Ты гад. Открывайся, открывайся. А где мы там? Серьезно, ничего нету? Ладно, давай выцепим. Ну и что? Блин. Куда она там ведет-то нас? Сюда? Нет, не сюда, вот сюда. А ну сдвинуть. Открыть, точнее. Ничего нету. Опять этот угольный человек. И закрыл за собой дверь. Ну ладно. Окей. Куда сопля ведет у нас? Куда нас уведет кривая этой сопли? Надо же все осмотреть. Серьезно? То есть... Ну, сдвинь его, сдвинь, Итан. Во. Какой ты мощный. Обыщите комнату в поисках улик. А, все, то есть? Так а нахер я включал эту фигню? Чтобы нам показалось это видение или что? А вот это уже интересно. О, первая улика найдена. Револьвер. А ну-ка. Две пули, блин. Ну, вроде у него должна быть убойная сила получше. Кувалда пускай валяется. Никто ее не украдет. Так, а вот видеокамера уже может быть уликой. Кто-то мне не очень везет, все в троих руках, Томас. О, да здесь улик дофига. Наверное. Ой, не в ту сторону. Так, нормально? Нормально, давай. Фоткай давай, чё ты? Зафоткал, молодец, справил ей. Обрабатываю изображение. Ага. Давай быренько, пока меня тут не убили. Сканирование показывает 18 газетных вырезок, 11 из нашего вечернего издания, 7 из соседних газетных сообществ. Все на одну тему. Серийные убийцы. Большинство из них различны, но это все дела, над которыми ты работал. Некоторые помечены чуно-фломастером. Все еще провожу частотный анализ пометок, чтобы понять, что они означают. Давай. Я пока поищу тут еще. Ё-моё! Тут ничего нету. А можно как? Там закрыто. Ладно, дайте мне, что ли, труп птички найти здесь, а? Нет? Никак. Сейчас, погоди, сейчас будем искать. Во! Мы, кстати... Как он не видел, блин? Здесь просматривается эта квартира, только так. Ну ладно, Томас. Ты меня удивляешь на такое дело. Что-то мне не очень везет. Все в твоих руках, Томас. Мы скоро раскроем это дело. Ни хрена не вижу. Может, здесь? Томас, что ты... Что ты за человек... Никого не смущает, что у нас стали какие-то, сука, карликовые ноги. Ну вы посмотрите на это. Это было сильно. Томас, это было сильно. Нет, подожди. У нас здесь что-то тут надо увидеть, что-то раскрыть. И что? На что наводить, а? А, вот оно. Отлично. Скоро раскроем это дело. Что? Офигеть. Получила. Да? Молодец. Эти отпечатки.
лучше. Они совпадают с теми, которые ты нашел раньше. Но у меня по ним ничего нет. Это полиция, ФБР, АНБ, база данных Патриот, Интерпол. Никаких записей. Я продолжу искать. Давай. Это я сделал? Ну, извините. Хэч! Господи, ну ты звуки. А можно мне это как-то? Не? Так, ё-моё! Эй! Да ты... Все, Томас, все, приди в себя, мы его застрелили. Как ты хочешь умереть? А че это я собираюсь умирать, блин? Угольный человек, оставь меня в покое. Выследите подозреваемого. А как его выслежу, если у меня ноль пуль? Очень здорово. Может, ты закинешься? Смотри, ты только что блевал. Не хочешь закидываться? О, кувалдочка моя. Так, пролезть. Знаете что, ребят? Наверное, мы здесь прервемся. Все-таки я думал, мы пройдем эту главу, но она оказалась не такой короткой, как вступительная, поэтому и затянулось ее. Вот. Но вообще оно получилось очень даже, и игрушка меня радует. Но опять же таки, дайте же мне мультитул какой-нибудь, блин, потому что бесит постоянно что-то ему для того это. Вообще можно было двери вышибить бы и ногой, если он кувалдой так легко их выносит. А сейф, ну, я не знаю, как он открывает, конечно, этим ломом такой сейф, но, допустим, он ФБРовец, ему виднее. Ну, блин, какой-то долбанный шпингалет оторвать от аптечки можно было бы вообще голыми руками, если постараться, вместе с дверью. Ну, ладно, ладно, разработчикам виднее. Но мне нравится здесь геймплей. Очень нравится вот эта вот система, прям прелесть. Единственное, что мы не находим совершенно пульки, а находим пистолеты, но это, может, объясняется тем, что, типа, отстрелял, что бегать обратно за пульками. Но это ладно, это еще допустим. В общем, на этом на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии и ба-бай!